После того, как они начали встречаться с Вероникой, Влад изменился, стал более уравновешенным, степенным, более внимательным. Ну, я думаю, ласковым. Все это в нем было, но это более как-то заметно стало. То есть перемены произошли в ребенке. Вы знаете, мне кажется, она стала как-то взрослее. Она стала как-то, знаете, вот увереннее в себе после того, как она повстречалась с Владом. Она стала такой... Она почувствовала, что она любима, и стала тоже вот отдавать вот этот вот свет тоже вот людям. Вот, вот когда женщина чувствует, что она любима, вот от нее исходят вот эти клюи. Вот, вот это в ней, это очень важно. Много друзей, много любимых, близких и нужных людей. Но у них всего два сердца и всего одна жизнь для того, чтобы прожить ее вместе. Когда-то всего одной недели постоянных переписок и звонков хватило для того, чтобы он захотел перед ней раскрыться. И тогда один из звонков дал маме понять, что, кажется, у тебя все будет серьезно с этим красивым парнем. Сегодня все абсолютно каждому понятно. Сегодня нет ни у кого сомнений в том, что все должно быть именно так, и что впереди... Может быть, белые полосы, черные полосы, но это все не имеет никакого значения, когда вместе можно красить жизнь теми красками, которые хочется.